Здравствуйте, наши уважаемые подписчики! Сегодня в компании «Стройгород Анапа» произошло замечательное совершенно событие. Вышли из печати вот такие вот каталоги прекрасные, подготовленные нашим ведущим дизайнером Анастасией. В этих каталогах указаны перечни всех дополнительных работ, которые мы можем проводить по проектам домов наших 130-го, 110-го. И если раньше требовалось для того, чтобы представить себе, как будет выглядеть балкон над крыльцом, как будет выглядеть навес для автомобиля, определенное воображение с вашей стороны, то теперь наши менеджеры смогут использовать в работе вот этот новый замечательный инструмент, этот каталог, для того, чтобы вы увидели прямо картинку, как будет выглядеть, например, ограждение крыльца вашего, которое вы выберете в качестве дополнительной работы, или как будет выглядеть остекление террасы, или как будет выглядеть навес над той же террасой. И это замечательно, потому что теперь необходимо просто выбрать картинку и определить стоимость этой работы по прайс-листу. На иллюстрациях видно, как преобразит участок тротуарная плитка, как будет выглядеть перестроенный к дому гараж, балкон над крыльцом, подъемные ворота с электроприводом, кованое ограждение на балконе, выездные ворота, навес для автомобиля, ограждение крыльца, навес над двором, выполненный из поликарбоната или из металлопрофиля, как будет выглядеть подвал под террасой, остекление самой террасы, навес, боковое ограждение этой террасы или утепленный навес над террасой, как будет выглядеть сауна, пристроенная к дому, и как будет выглядеть расположенный на участке мангал. Каталоги, которые мы получили сейчас из печати, это первая ласточка, это наиболее ходовые проекты 110 и 130, но сейчас уже готовятся каталоги на 90 проекты, на остальные проекты домов, и поэтому совсем скоро, посетив наши офисы, вы сможете этот инструмент новый в работе наших менеджеров использовать. И на красочных картинках вы сможете воочию увидеть, как будет выглядеть то, чем вы решили дополнить наши стандартные проекты. Как будет выглядеть въездные ворота, как будет выглядеть балкон с кованым ограждением, как будет выглядеть тротуарная плитка, если вы решите замостить участок, как будет выглядеть остекленная терраса. Поэтому звоните нам на телефон горячей линии, пишите в соцсетях, посещайте наши офисы и пользуйтесь новым инструментом, о котором сегодня я вам рассказал.